Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тотем и видеообзор походной сковородки, которую можно использовать на костре, углях, примусах, газовых горелках и прочем, от компании «Новая Земля». Сковородка выполнена из алюминия, что позволяет сковородке быстро разогреваться, что очень необходимо в походных условиях. Диаметр сковородки у нас 24 сантиметра. Идет в комплекте вместе вот с таким удобным чехлом. И удобной складной ручкой. Защитным покрытием от температуры. И новым антипригарным покрытием нон-стик, которое исключает подгорание пищи на данной модели сковородки. Диаметр 24, высота у нас получается общая 36 миллиметров. Сковородка удобно складывается, легко моется и убирается в чехол. Если вы собираетесь в поход на рыбалку, на охоту небольшую компанию из 2-4 человек, то эта сковородка вам идеально подойдет. Понравилось видео — ставьте лайки. Хотите следить за новостями на нашем канале — подписывайтесь. Понравилась сковорода — заказывайте у нас на сайте. Рекомендую.